Здравствуйте, друзья, с вами Декарт, и это новая рубрика на канале «Бомбящий пукан». О чем она, собственно? Она о моем несчастном, страдающем, бедном, бомбящем пукане, потому что в рамках этой рубрики я буду играть в очень тяжелые игры. Тяжелые в разном смысле этого слова. То есть это могут быть специально созданные хардкорные игры, так, может быть, какие-то игры, которые не создавались особо тяжелыми, но в них, например, жуткое управление. Короче говоря, тут будет все, что будет заставлять меня нервничать, страдать, переживать, кричать, визжать. Может быть, потому что не планируется переигрывать, и, знаете, каждые 5 минут вот этого не будет. То есть будет все естественно. Может быть, кстати, вот Super Meat Boy, да. Я ж не сказал, какая игра, но, в принципе, читать все умеют. Super Meat Boy. Это должен быть хардкор полнейший, насколько я знаю. Вот старая добрая история, которая разворачивалась уже на протяжении огромного количества... Неплохая музыка. Огромного количества компьютерных игр, в которые я играл. Есть главный герой, у него есть Тян, и ее собирает какой-то сраный профессор или... 20 левелов? Твою мать. Это как Troll Face Quest, только это... Это еще только лес, это еще самое легкое. А что дальше будет? Еще какие-то пластыри, вон 0 из 20. Короче говоря, что я там хотел сказать? А, да... Игры в рамках этой рубрики проходиться полностью не будут. Не будут проходиться полностью. Будет записано 1-2, максимум, может быть, 3 серии, если хорошо пойдет. Я как бы еще сам точно не решил, это все надо смотреть по ходу дела. Так, Hello World, мир приветствий. Что, блин, помедленнее. Space прыгать, Space прыгать. Ну, это я понял, да, мне не нужно. Стоп. А, то есть мне говорят, что я могу... Вот так вот сделать, потом вот так, а потом вот вообще зажать, и он высоко прыгнет, этот кусок мяса квадратненький, хорошо. Родом из Майнкрафта. Так, мы на стрелочке. Тут, кстати, прикол в том, что... О, кролик. Прикол в том, что управлять надо стрелочками, а прыжки всякие, шифты, ускорение, да, шифт это у нас ускорение. Может, на ВСД можно? На ВСД никак нельзя, ну погоди, сменить, выйти, рекорды, помощи, настройки, управление. Ага, обосрись, вот тебе такое управление и все. Значит, я же правильно... Подожди. Что, всего... Да, всего две клавиши. Shift, прыгать. Короче говоря, две клавиши помимо клавиш движения. Вот так вот мы бегаем, прыгаем. Надо переучиваться, я еще хотел сказать. Потому что правой тебе приходится управлять. Правой рукой. Привет. Уровень завершен. Уровень завершен, но ее все равно у нас забрали. Так. Сохранить запись. Переиграть уровень. Пусть запись. Следующий уровень. Space. Так, 1-2. Ну, пока особо у меня, конечно же, ничего не бомбит, я особо не переживаю. То есть пока все вроде бы вполне себе легко и просто. Так, то есть вот так вот прыгаем, да? Ага, и отскакиваем сюда. Ой, я прям на голову своей благоверной скакнул. Это не очень, наверное, хорошо, не по-джентльменски. Спейс, идем дальше. Не, если все уровни будут такими... Так, тут надо, я понял, тут я и так догадаюсь, надо ускоря... А ну стоп. Вот и начинается сразу же. Так, подожди. Давай вот, я ускоряюсь же, ну. Оп, и нихера. Может быть, друг... А, другой shift. Этот shift даже и не ускорял, так ас. Оценка 5 с плюсом. Несмотря на то, что я 3 раза подряд просрал, оценка 5 с плюсом. Хорошо, теперь... Ну, тут легко, наверное, да? Да, ну так, более-менее. Там еще какой-то таймер, я смотрю, есть, но мне на это нассать абсолютно. Я тут еще и рекорды ставить не буду. Дай бог так хоть что-то пройти. Оба! Иди сюда, отлично. Пока все легко, и плюс я еще взял какой-то ссаный пластырь. Не знаю зачем. Может быть, он будет себя лечить, если с ним все будет плохо. Куда я прилетел вообще? Стоп, а кролик? Можно с кроликом подружить? Нет, нельзя. Хорошо, с кроликом подружиться. Ничего они тогда тут бегают, я понять не могу, всякая-то живность. Их вообще не парит, что какой-то кровоточащий кусок мяса, как будто у него, блядь, месячный начинец, как там Warp Zone. Это, наверное, Super Meat Boy. О, пошел такой ностальгический стиль. Дэнди. Level 1-1. Так, хорошо, мне нужно до женщины добраться до своей. А как? Как я до... Не, ну подожди, давай, хорошо, вот сюда. А, не, ну он так ускоряется. Он ускоряется прямо в воздухе, вот еще в чем прикол. То есть он не только ускоряется на земле. Вот это хорошо. Так, я могу теперь взять повязочку. Так, окей. А, стоп, у меня есть несколько попыток. Хорошо, да блин, да... Сука, я уже начинаю что-то немножечко... Да, вот, стой на месте. Так,
Блин, тяжело, мне тяжело сориентироваться, потому что я правой рукой никогда, как и все нормальные геймеры, не управляю персонажами. Всегда ВСД, всегда левой рукой. Теперь вот так. Не получил я какой-то бонус, судя по всему. Варп-зона открыта. Спейс выбрать. Какого дьявола? Не хочу. Все, я поиграл уже в варп-зону. Не получилось у меня. Выпустить меня отсюда. Очков 50 тысяч. Давай просрем просто. О, то там пластырь был. Нет, подожди, пластырь мы возьмем. Мы его просто возьмем. Просто возьмем его из принципа. Ну как, вот если сейчас не получится, то, конечно, не возьмем из принципа. Не получилось. Как, вот, варп-зон, уровень 5, святая гора. Давай, она все еще светится беленьким, то есть мы ее не прошли, правильно? Holy Mountain, давай. Вот тут вот наверх, 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 потом там я прыгал в этот, ну, бонусный левел или что это такое. И теперь вот, вот сюда, вот она моя красавица. А что тут переживать? Все, уровень завершен, пошли дальше. Пока ничего сложного. Я так понимаю, что... Я наслышан о том, что эта игра жутко заставляет людей страдать, но пока ничего сложного. Видимо, это потому что... ознакомительный уровень. Вот сейчас пройдет некоторое достаточно короткое время, и, скорее всего, я начну переживать не по-детски. Так, ну, это да. Это нам просто дают привыкнуть к управлению, я понимаю. А вот тоже выглядит посерьезнее значительно. Так. А! Вот, вот тут, кстати, можно даже немножечко вот так вот красиво сделать прям. Прям перелететь и прямо в воздухе на шифте. Хорошо, что в игре простое управление, всего 4 класса. О, а вот это уже сурово. Еще и можно пластырь этот взять. Нет, пластырь я брать все-таки, пожалуй, наверное, не буду. Это я обоссусь тут просто от всего этого, если я еще и буду пластырь брать. Так, мы делаем вот так теперь. А! О, хорошо. Теперь наверх-наверх. Давай, оп, давай вот так. Опа! Отлично. Да ну, нет, не отлично, уже плохо. Стоп. Вот, замечательно. Привет! Сколько раз я тебя уже спасал? Когда-нибудь ты спасешься уже навсегда или нет? Задрало. Раз, два, три, четыре. Ой! Вот это было уже... Вот это уже было непросто. Тут надо конкретно быстро реагировать, мать его. Но у меня пока, по-моему, неплохо получается. Хотя, не знаю, может быть, все так играли. Черт его поймет. Может, я не такой уж и особенный. Во, один раз уже проиграл. Так, хорошо. Хорошо, игра дает о себе знать. Игра дает мне прочувствовать, что такое хардкор. Очень потихоньку, помаленьку, но дает. Да что ж такое? А что это я? Что-то я совсем расслабился. Надо... собраться, давай. Так, теперь. Раз, два, три. Оп! И все, и прилетел. Shift просто выручает. Блин. А! Так, хорошо. А твою мать, темно. Темно. Было так светло, стало так темно. Подправляю яркость монитора, бегу дальше. Круть. Ага, то есть я могу каким-то хреном еще там взять этот пласт. Но я смотрю, наверное... О, взял пластырь! Смотри, ну, это, конечно, не считается. Его надо... Его ж надо взять и закончить игру, а то так взять пластырь может каждый. Давай так, раз. Нет. Нет, пластырь... Вообще, нахера он мне нужен-то? Этот чувак, он и так кровоточит из-за всех пор. Нахера ему пластырь? Чего он им будет залепливать? Всего себя облепит этими пластырями и не будет... Да там миллиметр, блин! И как... Чё такой слабовольный кусок мяса? Его прям сразу так чуть-чуть задело, и все его так разгондонило насквозь. О, хорошо, взял. Ну теперь мне надо как-то... Не, ну это легко, просто пробежать и все. С кроликом там, может, не пообщался. Все. А так, в принципе, нормально. А, ну вот, в принципе... Не, это тоже несложно будет совершенно для меня, я думаю. Оп, да, прошли, пробежали, отлично, поздоровались. Эх, женщина. Сколько же несчастные геймеры страдают из-за этих женщин во всех этих играх? Тот же Кот Феликс я там недавно проходил, тоже там из-за бабы, из-за этого так страдал. Все как в жизни. Стоп, а как, подожди, а? Я не успею туда добежать, наверное. Или успею? А ну, может, как вариант... Нет, они вот в этой вот точке... Я не могу курсором показать. Короче, там, где верхняя шестерня заканчивает свой путь, они там пересекаются в одном месте. То есть я не смогу отпрыгнуть от нижней и не пересечься с верхней. Поэтому вариант только бежать, наверное, вот... А, то есть, погоди. Так, сейчас, сейчас, давай... Оп! Хорошо, хорошо, тихо. Теперь думаем, что я могу сделать в такой ситуации. А, в принципе, есть идея одна. Сейчас. Вот, вот так. Теперь вот так. А теперь побежал, и вот все. Привет, моя радость. Сколько мы там прошли уже? 16-й пошел. О, осторожно. Так. Оп. Оп. Теперь
Да, теперь сюда. Все, нормально. Проскочил. Есть. Неплохо пока выходит. Мне нравится. Да, первый уровень, он такой. Он особо, конечно, от него особо не побомбишь. Ну и ладно, в принципе. Успеется еще, я думаю, они тут наворотили всякого говна. По идее, потому что это же только первый из миров, лес. А сколько их всего, их, наверное... А ну, а если попробовать совсем уж обнаглеть, скажем так. А, не, не получится, это не так-то просто. Хорошо, давай Так, я понял. Вот оно уже немножко тяжелое такое место попалось. Так, давай, ой, тихо. Можно, в принципе, здесь вот уже, наверное... Нет, тут шифтом мы так до конца не долетим, он не настолько клево ускоряется. Ага, ну это, наверное, несложно. Так, стоп, вот тут давай подумаем. Во-первых, проще всего было бы, наверное, залететь наверх и просто... Нет, сейчас. Оп, и вот так вот проли... Нет, это так не получится. Зачем тогда там было дано это место, чтобы нас запутать, ввести в заблуждение? Ой, хорошо, смотри, как не задевает прям. Прям еще чуть-чуть и все. А что, игра прикольная, не знаю, за мясного мальчика играть такого, забавно вообще. Единственное, надо еще, вот мне кажется, чтобы быть до конца толерантными, надо еще какую-то для вегетарианцев, может быть, сделать штуку, типа супер бегающий огурец или что-нибудь в этом роде. Или как у АВГН был там, щит пикал, ну кто-то может быть знает об этом. О, пролетело, я думал, у меня это не получится с первого раза. Блин, ребята, это уже перебор. Чего так много всего? Стоп, хорошо. Ну, это было... Зараза. Да что ж такое, а? О, а это что-то... А-а-а, я понял, это... Один сейчас наверх пойдет и разобьется вон об туши. Да, это мы можем смотреть, типа, наши неудачные дубли. Вот этот уже пройдет, я это уже знаю. Так, о. А-а-а, как неудачно подставился. Не, ну погоди, хорошо. Оп, оп, оба, есть, есть, нет, что еще такое, как быть-то в таком, стоп, на shift или на что, на shift, да, на shift, все, прибежал, так, теперь, оп, хорошо, так, я успею или как, успел, там, по-моему, побыстрее, нет, идет эта хрень, подожди, так, сейчас, давай, наверное, мы спустимся, потом подпрыгнем, потом... Еще раз подпрыгнем, а потом уже пойдем, да. И сейчас нужно как-то очень быстро прям это сделать. А-а-а! Есть, есть. А то с самого начала как-то не особо охота. Итак, лес пройден. Лил Слагер. Давай, поехали. Кто такой Лил Слагер? Это он? Мне надо его... А он с канистрой бензина, что ли? Привет, Лил Слагер. Поджег лес, вот ублюдок, а? Ты смотри. О, если он поджег лес, это что означает? Что сейчас надо будет, как в Макси Пейне там, например, убегать. А, что за хрень? А, вон он, я внизу! Я думал, что я робот, что ли? Ой, тихо, стоп, нет. Нет, подожди, подожди. Так, не торопись ты! Так, чувак с бензопилой. А-а-а! О, боже, какой кошмар. Твою мать. Хорошо, я... Блин, интересненько. И музончик такой еще подали, прикольный. О, хорошо, хорошо. Я уже начинаю потихонечку приноравливаться к этому ко всему. Только как вот здесь, вот в этом, блин, сраном месте. Там кролики какие-то, кстати, из-за этого мудака. Они прям на... Прям на шестерни идут. Это ж нехорошо, это ж бедные кролики. Давай, наверное, вот как-то... Блин, а ты посмотри. А что ж дальше-то будет? Сколько мне еще от него бегать? Я уже хочу, чтобы это... как-нибудь... Скорее заканчивалось, что ли. Хотя, с другой стороны, хотел бомбить, вот и бомби, блин, и не кривляйся. Пусть у тебя бомби... Сука, а, ты посмотри. Ладно, давай. Так, снова прыг... Здесь пока все идеально, то есть здесь у меня, в принципе, все получается. Лучше не смотреть в камеру в такие моменты. Сейчас все просыпь. А-а-а, побежали. Так, ну, да... Я забыл про... Сколько ж раз еще я это повторю, блин. Надо хотя бы в рамках этой серии справиться с этим боссом. Это же босс получается, правильно? Если у нас есть один мир, лесной мир, и в конце мы встречаемся вот с такой херней, это получается как босс, верно? Почему я тут не ускоряюсь? Тут самое время вот ускоряться, мне кажется. Тогда будет немножко... Во, так уже лучше. Так, давай, пошли теперь. Вот, аккуратно, аккуратно. Хорошо, так, смотрим.
Ого, так он так догоняет, блин! Сразу. Давай, давай еще. Вот, вот пошел хардкор, значит, и это только первый мир, босс первого мира. Каким же будет босс второго мира, мать его, мне интересно. Так, хорошо, опять тут сосредотачиваюсь. Да, ну можно мне сохраниться где-нибудь рядом с этим моментом, пожалуйста. Блин, сукины вы дети. Так, еще раз. Оп, оп, хорошо. Теперь сюда. Вот здесь встал, подумал немного. Вот, вот здесь теперь встал под... Нет времени думать! Нет у меня времени думать, блин. Какая же ты с бензопилой со своей сволочь там бегает, блин. Давай, быстрей, быстрей. Во, отлично, отлично. Так. Оп, ой, ой! Да ж, ну, каждый раз, как я там оказываюсь, у меня все здравомыслие уходит вообще. Как будто бы... Не буду говорить, что как будто бы. Мне пришло на ум не очень хорошее сравнение, честно говоря. Со мной такое бывает. Да, да! Ну, хватит! И, блин, это же уже который раз, это уже 10-й раз. Я уже реально устал от этого места. Сколько я еще буду? Все так легко начинается, и вот, вот это место, я никак не могу его пройти. Так, все, молчу! Это не помогает. То есть я могу молчать, могу говорить, это все не помогает. И я не успеваю. А когда там оказываюсь, я не успеваю сориентироваться. Это просто нереально. А это же, наверное, далеко не конец. То есть потом еще дальше там куда-то бежать, блин. Сейчас, подожди, давай. Оп, вот так. А, ну, видимо, только так ту игру и можно пройти. Многократными повторениями. Стоп! Стоп, нет! Да, 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 да! Да! Я это немножечко сделал. Прыгай ты вперед! Ука, ладно. Давай, ну, то есть я уже немножко продвигаюсь вперед. Это уже, в принципе, само по себе радует. Так, как мне там удалось стоять в прошлый раз, мать? Все, опять. Опять я на те же грабли начинаю наступать, что и тогда. Так, тут все просто идеально. Ну, просто будет еще такой момент, когда я начну в самом начале тоже лажать. Я вот прям предчувствую. Так, о, бежим. Хорошо, теперь быстро, быстро сюда. Пошли дальше. Так, ой, сейчас, shift-то левый, не правый, господи. Так, еще раз. Надо, ну надо это одолеть. Вот на протяжении вот этой серии надо хотя бы первый уровень-то одолеть. Все равно, как бы, вся игра-то полностью проходиться не будет. Я уже это понимаю. То есть я уже понимаю, что в жизни у меня это не выйдет. Поэтому там дальше такое, наверное, говно. Пойдет, сволочь, а! А что, можно еще поверху как-то пробежать, или мне показалось? А, ну вот. Настал уже тот самый момент X, когда я настолько задрался от этого всего, что уже начинаю в самом начале лажать. Это было неизбежно. Нет, там наверху какие-то белки ходят, да, но туда попасть, ну, прям вот никак вообще. О, о, а чё так гладко-то вышло на этот раз? Каким хреном у меня это вышло так гладко? Чё я сделал-то? Блин, а? Тут, получается, надо отпрыгивать будет назад вот от этой вот стены, или как? Сейчас, погоди, так. Давай сосредоточимся, давай постараемся... Меньше эмоционально реагировать. Постараемся быть спокойными. Я не могу быть спокойным. У меня не получается быть спокойным. Просто какая херня происходит. Так, хорошо. Да вперед же ты бежи. Сволочь. Ты, блин, месячный кусок мяса. Протекаешь, блядь, скользкий, сука, говнюк. Ты не можешь прыгать, народ. Куда ты поскакал? Зачем ты туда по... Я тебя просил, я тебя не просил. Я плюнул в монитор. Из-за этой игры, из-за тебя, мудака, я плюнул в монитор. А про того, который с бензопилой, я вообще молчу, ублюдок. Да что? Тут-то я второй раз на одном и том же месте. Это плохо. Так, о, отлично. И как мне удается вот это проскакивать? Я понять не могу. Я уже должен был тут тоже 150 раз споткнуться. А, ага. А, блин, вот там надо останавливаться где-то. Точно, я где-то тогда останавливался, и у меня из-за этого получилось более-менее. Вот тут вот ускоряюсь, там где это возможно. Да куда ты Куда ты попрыгал? О, отлично, отлично, в принципе. Да, ну... Может, и не справлюсь. Может быть, я и не справлюсь с этим. Сколько там серии идет, я, в принципе, не в курсе, но... Вот это, да, вот это действительно рубрика соответствует назад. У меня так бомбит сейчас от этого всего уже. Потому что на одно и то же, когда смотришь много-много раз, это удручает. О! О, боже! Давай наверх! Есть! Есть! Отлично! Есть! Бля,
бежу, как сучка какая-то. Я, если бы на меня насильники нападали, так бы не вижу. Какой что ублюдок, я тебя просто ненавижу. Глава завершена. Да-да-да-да. Эй! Больница. Это подходящее место для меня сейчас. Сколько идет серия? Сейчас я посмотрел и сразу забыл. Да, но еще можно минуток 10, наверное. Ну, больница, это да, это такое дело. Я надеюсь, лекарство там тоже есть. Аспирин какой-нибудь. Ой! Пропустил? Блин. Что-то пропустил. А, ну подожди, давай-ка назад выйдем. Больница. Сейчас еще раз нам дадут посмотреть. Отлично, бежит. Бежит наш мальчик мясной. Блять, это все. Ладно, это не стоило, конечно, того, чтобы заморачиваться. Поехали, больница. Биохазард. Это, я так понимаю, да. Это трогать нельзя. Это тоже, наверное, трогать нельзя. Ага, а ну стоп. Ну это пока, в принципе... Блин, а? Музыка такая достаточно интенсивненько играет. Прям... Так. Блин, после последней стычки с боссом у меня просто нет слов вообще. То есть я не знаю, я не могу собраться с мыслями от всех этих нервов. Блять. Короче, я что хотел сказать, что... Приятная... Блин, да как? Ну в сам конце, ну... Приятная музыка играет, которая прям настраивает на какие-то такие активные действия. Так, ага. Да я вот тут вот не могу, короче. Там остается какой-то сраный миллиметр. Наверное, можно как-то умудриться. Давай, третий раз, я думаю, на третий раз должно получиться. Потому что это пока не бог весть как сложно, если этим шифтом... А, ну конечно, дурак я, блин. Там же, вон есть сбоку стена, на которую можно опереться. Сука. На которую можно... Да, блин, а! Прыгай вверх, и потом, да, потом вот так. Все, отлично, шифтом, погнали. Теперь снова вверх, вот так, раз, два, и вот сюда. А потом уже можно и вот так, и прям все, к своей женщине пришел. И этот мудак все время быстрее меня на секунду. О, кстати, вот это. Да, можно взглянуть. Вот мне кажется, на это надо бы взглянуть, вот на вот такую вот хрень после моей стычки с боссом. Сколько там этих мясных ребят полегло. Так, вот этот сейчас, наверное, останется в живых, да? То есть тот, который прошел, нам его все время показывают по центру. Я понял. Давай, следующий уровень, Space. Ага. Так, то есть мне надо вот туда проскочить, потом вот здесь вот как-то прыгать потихоньку. Теперь сюда, наверное. О, пласт. Я еще могу как-то забрать пласт. А, ну подожди. Давай, просто попробуем. А, усрись, блин, от тебя. Усраться тебе, не пластырь, да? Да ладно. Я уже говорил, что пластыри нашему... кровоточащему герою никак не помогут. Да чтоб тебя, а? Вот сюда, хорошо. Блин, это не так просто на самом деле, потому что надо это делать очень резко, и надо проскакивать. Это мне напоминает худшие вот кошмары, вот Battletoads. Блин, а? Так, окей. Во! Вот. А что это такое вообще? Что это там переливается? Что его убивает? Кто может убивать так кусок мяса? Это топоры, ножи и мечи или что? Все это вместе? Какие-то мясники сбросились на такую замечательную коллекцию, мать его. Как у меня это в прошлый раз-то выходило? Так, хорошо. Отлично. Отлично. Пока все выходит неплохо. И давай же прыгать там. Нет, видимо, надо как-то до самого низа, короче, доползти. Вот этим говном. Вот до самого низа, потом вот так, и тогда только вот я смогу... А, еще шифтом ускориться там, господи, еще там шифтом надо ускориться. Во, кстати, а че я реально шифтом-то? Дурак. Еще удивляюсь, что у меня ничего не выходит, шифтом гораздо проще. Оценка 5, с плюсом даже. Так, хорошо, ну тут без шифта, наверное, никак, но пока все легко... А, там прыгать нельзя, блин. А как же тогда? Подожди, а точно прыгать нельзя? Вот давай попробуем вот тут прыгнуть. А, можно прыгать, но потихонечку совсем, вот так. И главное при этом не передавить клавишу-то прыжка. Ой. Очень нежно надо нажимать. Блин, я прям не могу. Сука, я 7 лет в музыкальной школе учился. Меня когда заставляли это пианиссимо играть, блин. Мне не было так сложно. Ой, давай. Ой, да, ну. А там раз, два, три, господи боже. И потом все сначала, в случае проигрыша. Все сначала начинается. Это, конечно, здорово. Так, вот так, да.
Прыгай вниз, вниз, прыгай, ублюдок ты красный. Черноглазый, красный ублюдок, прыгай вниз. Раз, два, хорошо. В принципе, неплохо. Раз, так, два, три, четыре, пять, ой. Там же, чем ближе ты подходишь, тем быстрее надо действовать, потому что оно прям сблизи, сволочь, тебя стреляет. Вот, и здесь то же самое. Да, вперед, и вперед даже не следует пытаться, потому что это плохо заканчивается. Блин. Давай еще раз так. Так, хорошо. О, и шифтом. И шифтом потом, короче, ускорюсь и забью на все. Вот так. Очень быстро летит это говно, я не успею, блин. Если так дальше пойдет. Погоди, а может быть вот здесь можно? Тоже нельзя. Смотри, я думал, может быть там свободная зона для прыжков, потому что там нету этих драных шипов, мать. Хорошо, вот здесь хорошо вышло. Так, вот здесь вот так прыгаем. Вот, вот я могу чуть... Я могу чуть-чуть выше прыгать-то, в принципе. Сейчас. Так, давай, сейчас получится, я верю. Давай, о, 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 вот это другое дело. Наконец-то, блин, вот это уже хорошо. Блин, ну... Ты смотри, как нахрапом-то прошел. Ничего себе, вот что делать с человеком отчаяние. Вообще уже просто, да похрен. Оказывается, так. Ну и куда? А зачем? Подожди. То есть, наверное. О, да это служит. Это, блин, будет вообще. Я не проще ли? Тогда просто вот отсюда туда запрыгнуть, потом сюда, потом сюда, потом сюда, потом сюда, потом сюда, а потом уже вот наверх, да, и... ну тут такое дело, блин, что тут надо какой-то разгончик брать. Сучье ты, блядь, вымя. Блин, эта рубрика, конечно, мне нервов-то попортит со временем, я чувствую. Если я действительно буду часто такое записывать, я просто обосрусь. Так, хорошо. Давай. Оп! О! Ну! Как? Куда? А что не подняло? Ну понятно, сила ветра не настолько, наверное, крута, чтобы прям так его поднять в воздух. Хорошо, давай прыгаем на... Подожди, так. Можно, в принципе, сейчас-то не заморачиваться и вот так пролететь, потом так, потом так. Теперь вот встать вот здесь. Правильно? Теперь вот сюда и... Па-бам! Снова прям на голову прыгнул. Так, сколько длится это все безудержное веселье? Ну, еще чуть-чуть, я думаю, может. Хорошо, так, тут я наверх, наверх. Меня куда-то относит. Мне надо, чтобы меня отнесло прям вот на этот вентилятор, правильно? Так, теперь на самый-самый верх. И что? Ну-ка. Так. Оу! Вот это будет непросто, очень даже, мне кажется. Куда ты, блин, полетел? Муденько, довольный. Ну погоди. Так, хорошо. Нет, вот что это? Куда? Там еще пластырь. Не, ну да, пластырь это, извините, это слишком уж далеко. Пошло оно все в пиз... В баню. Пошло оно все в баню, я так скажу. Я не буду пока позволять тебе так уж сердиться. Тихо. Вот, на я хочу на эту перекладину залететь. Чем мне не дает? Потому что сразу на вентилятор как-то не получается. Блин, а? Да, вот это уже пошло. А что же будет во второй серии? Эта серия, она еще не настолько бомбящая, как, наверное, будет вторая. Там я просто, наверное, буду охреневать от всего происходящего. Так, то есть я... я могу просто как-то перепрыгнуть? Погоди, вот, потихоньку. Да, вот так. Раз. Блин, ты смотри, а как мне тогда? Мне что, надо на диету, что ли, садиться? Наоборот, жреть. Жреть надо, надо жрать больше мяса. Мясному мальчику надо жрать больше мяса, тогда струя воздуха его не поднимет и не упрется он там башкой в эту хрень, в которую он там упирается башкой, потому что я так и не понял, что это за хрень, в которую он упирается башкой, пидор, блин. Давай еще. Так, вот сюда пролетел. Во! Во! Хорошо. Теперь обратно. Отлично. Скачем наверх. Так. Все. Стоять. Нет. А теперь очень
О, вот так очень потихоньку. Очень прям Ладно, я понял. Наверное, этот уровень я уже пройду в следующей серии. В общем, вот так вот. Если понравилось это видео, то подписывайтесь на канал, оставляйте комментарий, ставьте палец вверх. Заглядывайте в описание к ролику, где будут бомбящие плейлисты, многие другие игры, многие другие плейлисты, рубрики. И всем счастливо, всем удачи, всем пока.